Hello, друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу мод на гигантские вещи для Майнкрафта Base Edition. После того, как установили этот мод, в вашем городе появляются довольно огромные гигантские вещи. Да, друзья, это и вправду так, но это, можно сказать, не мод, друзья, это шейдер-пак, и пример, когда берете меч, меч становится просто вот таким гигантским мечом, который выглядит довольно эпически, и от третьего лица все очень хорошо заметно. Но самое классное в этом моде, если возьмете косу. Когда вы берете косу, друзья, похоже, как будто приходит настоящая смерть. Да, это и вправду классно ходить с большой косой. Но, друзья, этого, к сожалению, ваши не заметят. Но, к примеру, пришел лесоруб, друзья, с большим-большим топором. Или шахтер с очень большой киркой. Но самое удивительное, это у нас вот такая огроменная лопата, которая также может и работать. Но если возьмете также пшеницу, то пшеница тоже будет в увеличенном размере. И все выглядит довольно забавно. И даже от первого лица она тоже будет очень большой. Но с удочкой, друзья, это не прокатывает. Но если включите вид от третьего лица, то вы увидите изменения. Она стала, правда, очень большой, гигантской. Я не знаю, как это еще можно назвать, друзья. Но мод очень классный, который мне сразу понравился. Даже зелья будут и то большими. Ну и даже книжки, друзья, и то тоже станут большими. Я не знаю, просто суперский мод. Даже если мы возьмем обычную косточку, то она будет просто огроменной, да. Вот так. Как-то так. Я не знаю, что еще подсказать. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.